Все, я готова. Что? Вообще-то я уже Новый год жду, подарка, в конце концов, праздника. Что значит нет? Я вообще-то подарков жду, я тебе еще раз повторяю. Как это нет? Что, все? Ничего не будет? Я не хочу так работать. В этом году традиционная кремлевская елка пройдет в формате онлайн без зрителей и вручения подарков детям от Деда Мороза. Данное решение было принято в связи с коронавирусом. На данный момент официального подтверждения об отмене новогодних елок в Волгодонске нет, однако учителя рекомендуют родителям не спешить с покупкой карнавальных костюмов. Узнаем у волгодонцев, что они думают по этому поводу, стоит ли проводить утренники в детских садах и школах, несмотря на коронавирус, и готовы ли рискнуть здоровьем ради праздничных эмоций. Я считаю, с одной стороны, решение правильное приняли, потому что, хочу сказать, все-таки положение сложное, особенно в городе Волгодонске. Я знаю, что наши дети туда ездят, в принципе. Я и сама, если выхожу гулять, то стараюсь как бы пешком больше ходить. Поэтому, может быть, и нашему руководству задуматься, даже убрать корпоративы. Хотя там написано, что до 22:00, я бы убрала. Если мы хотим защищаться, да, выполнять масочный режим, убирать скученность народа, да, какая может быть кремлевская елка? Дети – это замечательно, дети у нас цветы жизни, они наше будущее. Дедом Морозом может вырядиться папа, в конце концов. Приглашать чужого дядю, который тоже неизвестно с кем контактирует. Вот. А в скученности, вот если, например, говорить о больших праздниках, у каждого свое окружение, эпид-окружение, да? Ребенок не заболеет, но он принесет болезнь бабушке, дедушке, и потом будет не праздник, будет трагедия. Мы уже привыкли, мы без выпускного остались в садике. В связи с коронавирусом. Да. В садике считаю, что правильно. Да. Да. Нужно ограничить. Ну, они в закрытых группах проводят, вот мы тоже в садик не ходим. Угу. Они там в закрытой группе проводят утренники, потом присылают видео. Радуемся, смотрим. Я считаю правильно, наверное. Ну, я думаю, может, в дальнейшем перенесут этот праздник. Ну, я думаю, лучше провести, конечно, праздник. Коронавирус, он так, чисто. Это все запугивание просто. А ее отменили? Да. Ну, жаль, конечно. Хотелось бы, чтобы все мероприятия сохранились. Мы даже в масочном режиме, чтобы они сохранились для людей. По поводу детей, везде уже известный факт, что дети не так сильно заражаются. И я думаю, что стоит сохранить все эти традиции, все это. Если это отменят, ну, к сожалению. О, я считаю, что у меня хороший иммунитет. Это самое прекрасное. Да, и коронавирус я не так боюсь. Ну, может, к сожалению, а может, к счастью, не знаю. У нас вирусы окружали, окружают и будут окружать нас всю жизнь. Поэтому, если всего бояться, то вообще дома сидеть, никуда не выходить, наверное. Конечно, меры предосторожности соблюдать надо, однозначно. Но не на такой степени, не паниковать. Как и ожидалось, мнения волгодонцев по поводу отмены кремлевской елки разделились. Одни готовы рискнуть своим здоровьем ради положительных эмоций, другие считают, что все мероприятия должны быть отменены. А я жду праздника.